Добрый день, друзья! Хочу вам показать народное творчество. Смотрите, какая вешалка. То есть все сварено. Здесь вон такие перемычки. Здесь вот штаны вешать. Потому что оно вот ржавеет и мазать будет все белье. Но кто-то же так вот заморочился. Поворачивается. То есть не просто согнуть, приварить, а вот тут, ну, работа-то действительно большая, колоссальная. Вот такая вот штуковина. Сейчас мы кинем обратно в металлолом.